Обращается команданта из полка набега. Ситуация обернулась следующим образом. Мы были в разведке, мы были в видогоще. Мы искали Дибу. Диба слился под ебаный посты. Просто свалил и обосрался. Это его проблема. Заслуженных пизелей он не получил, но зато поджав хвост, съебался в гости. Вопрос по сынуке, который вы постоянно задаете Фреда. Мы хуй клали на сынуке. Ответ, надеюсь, ясен и категоричен. Следующий момент. Да, мы действительно трое ебаных суток провели вблизи лагеря. Мы действительно наблюдали, вылили ебаный прием, перекрывали дороги так, чтобы фистуны не могли подъехать. Но факт остается фактом. Фистунов в лагере нет. Это подтвержденная информация. Даже если кто-то из них заехал, это уже не наша проблема, а проблема самого лагеря. Прощальный автограф мы оставили. Далее, проходим по списку. Лебедева, передаю тебе категорический привет. Шоколад на юге. И еще есть Лиз Джоста. Определенный момент, который мы хотели бы обсудить. Мы знаем, где ты живешь. Раменская, кажется, да? Мы приедем, не беспокойся. Найти не проблема. Мы все здесь сотрудники. Найти человека – это всего лишь часть дела. Теперь дальше, по пунктам. Обращение к Маркову. Если ты думаешь, что ты сегодня, что ты в этом году сбежал, надеюсь, мы тебя поставим. Ты гнида нам за все увидишь. Ты не услышал. Говорит команданте. Генерал Петухун отошел в отставку. Командую полком я. И, соответственно, полка больше нет. Теперь у нас бригада.